Последний день работы 57-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена» в Ленинском мемориале было особенно многолюдным. Гости завершающего вечера спешили насладиться всем, что дарил этот многодневный праздник музыки и весны. Мы рады такому яркому событию и прежде всего, что на нашей земле сегодня выдающиеся мастера исполнительства вокального и инструментального жанра. Мы счастливы, что мы стали регионом, который уже на сегодняшний день диктует культурную часть нашей страны. В этот вечер на сцене Ленинского мемориала впервые выступил легендарный прославленный отечественный коллектив «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Губернатор Сергей Морозов поприветствовал участников вечера. От всего сердца желаю вам, Владислав Александрович, всему коллективу капеллы вдохновения, удачи и дальнейших творческих успехов. Ну и, конечно, чисто по-человечески, здоровья, тепла, благополучия вам, вашим близким, тем более, что все православные сегодня отмечают замечательный праздник. Пусть каждое ваше выступление утопает в цветах и восторженных аплодисментах благодарной публики. С огромной любовью к вам на этом вот позолоченном адресе выгравлены эти слова ордена Ленина Ульяновской области. Совместно с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром губернаторский капелла представила произведение выдающегося российского композитора Георгия Свиридова. Весь концерт дирижировал руководитель капеллы, народный артист СССР Владислав Чернушенко. Самое главное вот для нас и для меня встреча не только с городом, не только в связи с тем, что филармония отмечает свой 75-летний юбилей, но и то, что мы встречаемся с прекрасным симфоническим оркестром, что нечасто встречается за пределами Москвы и Петербурга. Владислав Александрович возглавляет капеллу с 1974 года. Под его руководством репертуар капеллы расширился и включил отечественные и зарубежные произведения различных жанров – кантата, оратория, опера в концертном исполнении, современные произведения. Особое место в репертуаре хора принадлежит музыке Георгия Свиридова. Кантата «Курские песни» для хора и оркестра на народные слова открыла вечер. Также в концерте прозвучали музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» для симфонического оркестра и поэма памяти Сергея Есенина для тенора, хора и оркестра. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.